Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Полоскун. И сегодня мы с вами будем открывать золотые сундуки и суперигру. Причем даже не одну суперигру, а две. Ну и, конечно, вы, наверное, меня хотите спросить, Полоскун, а вот почему ты решил открывать именно сундуки, а не особые поставки? Ты же так любишь их открывать, а тут какие-то ненужные сундуки, там все равно крутых призов нету, и вообще зачем оно тебе все это нужно? Ну, суть вообще в чем? Сейчас вечер 30 апреля, и буквально днем началось новое событие, в котором добавили нового робота Орочи и также нового титана Шаранга. Причем, кстати, мне почему-то хочется все время сказать Шаранга, вот, а правильно он Шаранга? Ну ладно, я как получится, так и буду его называть. Ну и еще добавили новые пушки, которые очень имбовые, это шок-трейны для титанов, у них дистанция 800 метров, урон офигеть какой, и все хорошо, но добавили их не в особые поставки, как это было в других событиях, а добавили на черный рынок. Я думаю, все удивились, почему разработчики решили сделать именно так, но и я очень сильно хотел получить этого титана и думал, что мне его все-таки на обзор разработчики дадут, но получилось так, что меня послали нафиг, сказали, не будет тебе ни титан, ни пушек, ну и я все-таки очень надеялся, что я смогу на нем поиграть, потому как мне титан очень сильно понравился, он действительно имба, и думаю, долго еще таким будет, и как раз на минусе мне уже надоело играть, я хотел его получить. Ну и единственный выход, как его получить, это остается донатить на ключи и открывать сундуки на черном рынке, чем я, соответственно, и занялся. Вы сейчас, у меня там будет первая шкала почти заполнена, это не потому, что я уже дофига их открыл, это в течение месяца я открывал, еще сброса не было, сброс будет 1 мая, ну я этот видосик, наверное, опубликую 1 мая, то есть сейчас записываю 30 апреля. Ну и, в принципе, давайте начинать, и я буду открывать эти особые поставки. Сразу скажу, что это запись, я уже все открыл, ну и просто скажу свои мысли, вообще дам какие-то комментарии, ну и поделюсь с вами тем, как я все дело открывал. Ну и давайте начинать. Ну и что ж, друзья, вы видите сейчас мой ангар, думаю, вам не надо спрашивать, откуда два Орочи уже появилось, я вам в следующем видео расскажу. Вот, но как бы давайте перейдем с вами к черному рынку, и вот здесь я как раз показываю то, что мне надо. Я показывал пушку для титана новую, шок-трейн, который для титанов, и Шаранга, вот этот титан. Очень хочется получить, ну и томить тоже я вроде не особо хотел, сейчас начнем открывать. Потому как очень хочется получить из вот золотого сундука новую пушку, но как вы видите, друзья, мне выпадает 1000 золота. Я думал, кстати, выпадет пилот Бернанде Вульф. Я тоже с ней ни разу не играл. Но как-то не получилось, не повезло. Ну и сейчас уже доступна супер игра. Я очень надеюсь, что у них будет титан Шаранга. Но он, к сожалению, видите, проскочил и выпадает Ноденс. Ноденс, который вообще мне не нужен. У меня минус 100 уровня. И какой-то Ноденс. Я его качать точно не буду, особенно когда вышел титан Шаранга. Ну и на этом моменте, понятное дело, я очень сильно расстроился, потому как у меня всего две попытки получить нового титана, и одну я уже потерял, и мне ничего не выпало. Ну и тут выпадают опять энергоблоки вместо пушки, которую я так хочу. И это максимально грустно, потому как энергоблоков и так 145 тысяч, и еще 5 тысяч, а теперь 150, мне их прям это, не знаю, что с ними делать. Ну вот, мы еще открываем с вами следующий сундук, и здесь выпадает пилот Алекс Вернер. Да, конечно, у меня есть робот-егерь, но на нем уже есть Алекс Вернер, и на второго егеря он тоже не особо нужен, потому как я ни первым, ни вторым не играю, но ладно, чё, пусть будет для коллекции. И тут мне еще в одном сундуке выпадает Скорж. Скоржев у меня, друзья, штук 6, вообще не нужны, я ими не играю давно, ну и я, конечно, максимально расстроился, что выпадает одна ерунда. И сейчас опять выпадает 1000 золота, конечно, 1000 золота приятно, но это не пушка для титана, ну ё-моё. Сейчас открываем следующий золотой ящик, и выпадает мне термонуклеарный реактор. Причем, кстати, это приз хороший, мой любимый, наверное, пассивный модуль, но как бы это не то, зачем я открываю эти золотые сундуки. Сами понимаете, прекрасно, друзья, мне нужно здесь другое. Ну и следующий мне выпадает Гаусс. Причем, кстати, забавная ситуация, у меня был один егерь фуловый, то есть Алекс Вернер, два Гаусса и сам егерь. Вот, второй егерь с одним Гауссом и без пилота, и все. Вот, и, соответственно, я получил для него и пилота, и для Гаусса, соответственно, разработчики намекают, что ага, иди играй на егерь. Но мне это максимально делать не хочется, но да ладно.
Так, ну и сейчас еще одну открываем, один сундук с вами, и выпадает мне 5000 энергоблоков. Максимально ненужная ерунда, как по мне, но и достаточно грустно. Вот, ну и в следующем сундуке мне уже выпадает опять 10 миллионов серебра. Это, наверное, хороший приз, конечно, но, конечно же, хочется пушечку. Ну и сейчас самый тут момент решающий, супер игра. Да, тут опять Титан Шаренга проскальзывает и уходит влево, и выпадает Айвори Равана. Я, конечно, много раз в своих видео говорил, что я хочу Айвори Равану, но никогда мне нужен новый Титан. Это очень обидно было, понимаете, я честно задонатил на эти 12 тысяч ключей, и мне выпадает хрень, которая мне не нужна, это максимально обидно. Ну и оставшиеся два золотых сундука я решил открыть, и выпадает 10 миллионов серебра. Конечно, хорошо, но это уже не то, уже настроение испорчено, и, конечно, сейчас в последнем сундуке мне тоже не выпадает пушка для титанов, это небольшой спойлер, и выпадает Борис Кроу, который мне совсем не нужен. Ну и, друзья, я хотел бы подвести некоторые итоги и вообще сказать свои мысли по этому поводу. Конечно, это интересно, что разработчики добавили нового Титана и пушки не в особой поставке, как они делали это раньше, а добавили на черный рынок, но, друзья, стоит понимать, что если там, допустим, в особых поставках у тебя хоть какой-то есть выбор, там, допустим, ты выбираешь какого-нибудь, то есть открываются три карточки, ты выбираешь нужный тебе приз, конечно, да, это полный рандом, но ты хотя бы иногда можешь реально попасть, и тебе будет то, что тебе надо. На черном рынке все решает полностью рандом, и от тебя ничего не зависит, твоя задача просто собирать ключи, донатить на ключи и так далее. И, конечно, это максимально расстраивает, что от тебя ничего не зависит, и это все рандом. Сами видели, я открыл 12 золотых ящиков и 2 суперигры, и мне не выпала ни одна новая пушка для Титана, не выпал Титан Шаранга, и это, ну, очень обидно, потому как мне, ну, реально ничего больше там не надо было. Я хотел нового Титана, но я его не получил. Поэтому, друзья, обзор на него пока не будет, я надеюсь, когда-нибудь я все-таки смогу его получить, но и только тогда я уже, может быть, на него сделаю обзор. Ну а с другой стороны, если говорить, то, возможно, может быть и к лучшему, что он мне не выпал, потому как я, если представлю, сколько платины нужно, чтобы его прокачать там в сотый уровень, это можно с ума сойти, это просто надо постоянно покупать операции, доходить до 40 уровня, собирать платину, всю платину в титана вбухивать, еще эти пушки прокачивать. В общем, возможно, и хорошо, что он не выпал, но все-таки поиграть, конечно, на нем хотелось, поэтому, ну, как-то так вот, друзья, получилось. Я не получил никакого удовольствия абсолютно от открытия золотых сундуков. И если, допустим, вы тоже очень хотите Титана и думаете, донатить ли на эти ключи или же нет, то я могу с уверенностью сказать, что этого делать не надо. Шансы падения Титана очень маленькие, и вряд ли вы в ближайшее время сможете на нем поиграть. Он не просто так выпадет вам с первого же суперсундука. Ну вот, в общем, как так, друзья, получилось. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Понравилось, смотрите, только я сливаю свои деньги, не понятно на что. Ну, если действительно так, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, а с вами, как всегда, был я, Полоскун. Всем удачи, всем пока.